вокруг фишек и... Пройти. Не забываем пройти на второй круг. Так, Шагиев. Артем Шагиев, у тебя кипа номер 64. Эдуард Шагиев. Приглашайте к старту. Отец сына. Отец будет теперь сына догонять. Эдуард Шагиев на старте, участник возрастной категории 50-59 лет. 53 года Эдуарду Базуленовичу Шагиеву. Данил Карнатов, участник по номеру 65. Молодой спортсмен, 18-29 лет. Вот, друзья, чем интересна наша гонка, это 70-летний и 18-летний здесь принимает старт. Тем интереснее наша гонка. Сегодня праздник, сегодня день 1000 велосипедистов в Уфе. В Башкирстане велосипедный праздник. Федерация велоспорта Республики Башкортостан совместно с Федерацией триатлона Республики Башкортостан проводит соревнования. Для вас, для любителей, для спортсменов, для всех желающих. Данил Карнатов на старте. Три, две, одна, марш! Данил на старте. Ну и прославленный спортсмен наш, друзья, паралимпиец Юрий Айратович Зарипов на старте, друзья, посмотрите. Большой честь ему удостоились. Ирик Зарипов. Ирик Айратович. Четырехкратный паралимпийский чемпион Ирик Зарипов. Депутат Государственного собрания Курултай. Нам очень приятно, когда такие люди. И еще один великий человек, Александр Давидович. Но он помоложе, у него возрастная категория 30-39 лет. Внимание! Вот, друзья, наблюдаем на дороге с собаками, люди на велосипедах, на самокатах. Пожалуйста, не опускайте голову, смотрите вперед. Там идет упорная борьба на дистанции, я смотрю. По проспекту Октября, участник под номером 111, Давидович Александр на дистанции. Севастьянова Надежда. Надежда Севастьянова приглашается к старту. Надежда Севастьянова. Старт время 36 минута. Счастливого пути, Надежда. Ну и теперь наблюдаем финиш и развороты. Вот так, друзья. Очень много спортсменов, очень много любителей велосипедного спорта. В Уфе, в Республике Башкортостан. Велосипедного спорта и в последнее время очень много любителей триатлона, дуатлона. Внимание, финиш. Вадим Фомин на финише был, я вижу его. Вадим Александрович Фомин, возрастной участник.